столице расцвели розы. Ими усеяны и городские улицы, и дендропарк. Некоторые сорта будут цвести до середины осени. За редкими цветами и красивыми кадрами наша съемочная группа поехала в ботанический сад. Отдых красоте в одном цветке. Ветер ласкает лепестки, солнце обволакивает теплотой. Нежные розы метровыми плетями подчиняют себе сталь. Всего за 4 года природа превратила обычную арку в произведение искусства. Этот цветок в мире роз относит к романтическому виду, на контрасте алая симпати. А этому цветку Виолет Парфюм очарование придает его аромат. А эта красавица робуста, роза цветет как шиповник. Большие глянцевые лепестки почти перекрывают всю зелень. Эта роза отлично подходит для города. Она не боится морозов и вандалов. Посмотрите, какие большие колючки. Так роза защищает свою красоту. И цветет она, кстати, до конца ноября. Розы под любой наряд и настроение расцвели на этой неделе. В дендропарке розы цветут с начала июня и до середины осени. На этих розах можно изучать палитру. Розовый бывает таким нежным, таким ярким и таким сочным. Вы когда-нибудь видели голубую розу? Это редкий сорт Blue Moon. Цвет розы скорее не голубой, а такой пепельно-сиреневый, но от этого он еще более необычный и притягательный. На сладкий аромат прилетели пчелы. Это единственные посетители дендропарка. Сегодня жарко, а ботанический сад закрывается до того, как садится солнце. Но полюбоваться красотой можно и в городе. Много цветов у бульвара Гагарина. Там растет красная интрига. Молодые розы в этом году расцвели на 100-метровке и выглядывают из-за оград многих частных домов на въезде в Тирасполь. Регина Васильчук и Михаил Нестеровский, ТСВ.